Утром иногда иду, у меня еще внучка маленькая с коляской. Вот здесь иду, прям буграми вот так вот асфальт, пройти, провести коляску невозможно. Ходим в гимназию, так что по этой дороге ходим каждый день. В рамках контракта на улице Пустовской предстоит заменить более 800 квадратных метров покрытия тротуаров и более 400 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Общая протяженность участка, включенного в план ремонта, составляет 610 метров. Установку бордюрных камней выполняет 6 человек. Далее фрезой снимут асфальт с проезжей части и уложат новый. Полностью перекрывать двухполосную улицу не будут. Укладку асфальта выполнят сначала по одной полосе, вторая будет свободна для проезда. Снимаем старый асфальт, фрезуем. Вывозим это старый асфальт, снимаем это потом старые борты, это камни, бордюри. Тротуар станет шире в полтора раза, до двух метров. Ширина проезжей части – 6 метров, что позволит беспрепятственно проезжать двум автомобилям. Предусмотрены четыре водостока для принятия поверхностных осадков. С начала дорожного сезона подрядная организация выполнила ремонт улиц Заречной и Школьной. Улицу Пустовскую планируют сдать к концу июня. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».